Это наш кристалл! Ребята, они знают про кристалл! Попроверь кузов! Кузов, проверь! Ладно, ладно, раскричался громотей! Акула! Мамочка! Я сейчас акула зажрет! Кекс, пути-пути всем вкусняшек мороженых! И сегодня мы продолжаем, друзья! Последней серии приключений аниматроников в поисках кристаллов Атлантиды. А может и не последний, сегодня мы будем искать седьмой кристалл, друзья. Но сейчас, как всегда, конкурс комментариев. Я поздравляю вот этих вот ребят, они попали ко мне в царский комментарий, потому что правильно ответили на мое задание, друзья. Задание это было приметы. Если ты хочешь попасть ко мне в царский комментарий, это очень просто сделать. Поставь лайк, подпишись на мой канал и выполни задание, которое будет в середине видео. Ну что, погнали! Фредди, а где мы находимся? Это база колдуна Грейдера и бабки Грейни, ихняя секретная лаборатория. А что мы тут делаем? А что мы тут делаем, Фредди? Бабушка сказала, нам нужно найти волшебную дверь. Офигеть! Это первая примета! Да, это первая примета. Волшебная дверь, которая ведет к другой двери. Офигеть! А та дверь куда ведет? А та дверь ведет к кристаллу. Но нам нужно еще туда добраться. Ладно, ищем первую примету, волшебную дверь. Да, погнали за мной. Так, это где-то здесь должно быть. Фредди, смотри, что там? А что там? Что там такое? Ля, ребята, смотрите! Охранники! Это же громадные качки! Киси-миси! Ладно? Ладно, попробуем прорваться и найти волшебную дверь. За мной, ребята! Хорошо, Фредди! Хорошо! Так... Агуля-магуля! 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 Блин, как бы тут пройти? Получи! Ахуля-махуля! Вот тебе! Куда ты машешь? Вот тебе! Устрашила! Ахуля-махуля! Ребят, ну помогайте мне! Вы чё, Фредди, чё стоим? Вот тебе! Фредди, я до вас загасил! Да это вообще-то девочка, только она здоровая! Ля, ещё одна живая! Вот тебе! Блин, он Бонни уже двоих загасил. Красавчик. Ну хватит, хватит. Так, продвигаемся. Погнали дальше, ребята. Посмотрим, надо найти волшебную дверь. Блин. Фредди, вон еще стоят. Вон еще, Фредди. Ладно. Агула-магула. Никто не найдет эту дверь. Агула-магула, никто ее не найдет. Блин, ребята, они знают о существовании волшебной двери. Офигеть, вот это да! Вот это да! Да, вот это да! Фредди, погнали! Быстрее! Хорошо, Чекуся. Агула-магула. Говори! Говори! Не скажу! Говори, где волшебная дверь! Говори! Получи, говори! Не скажу! Быстро говори! Тика, хватит! Блин! Вот тебе! Дайте я его тресну! Это девочка! Вы что? А что она такая страшная? Ну, так бывает! Ладно, ребята, давайте зайдем вовнутрь этой ужасной лаборатории. Надеюсь, нам получится найти эту волшебную дверь. Офигеть, волшебная дверь, интересно, как она выглядит? Да я сам не знаю, Бонни. Ага, интересно посмотреть. Да! Так, ребят, давайте, не толпитесь, аккуратненько за мной. Хорошо, Фредди, конечно, хорошо. Офигеть, вдруг мы сегодня найдем седьмой кристалл. Ну, не знаю, возможно, повезет. Ля, ребята, вон еще один киси-миси. Так это девочка или мальчик? Да если честно, вообще-то непонятно, мальчик это или девочка, я сам не знаю. Это девочка! А я слышал, что это мальчик. Блин, да это не важно, погнали, ребята.
Так, сейчас мы подберемся к этой Кисси-Мисси. Вон она стоит, или вон он. Непонятно, так? Говори! Агула-магула, вы зачем здесь? Говори, где волшебная дверь! Говори! Говори, говорю! Смотрите, ребята! Это наша волшебная дверь! Ах ты гад! Фэнни, смотри, мы нашли волшебную дверь! Молодцы, ребята, хватит, Вони! Да хватит, ну хватит уже! Офигеть! Вот она, волшебная дверь! Ладно, ребята, все готовы! Я не готов, но я пойду! Я боюсь вообще-то лазить по всяким там волшебным дверям! Фокси! А я не боюсь! Чигуля! Я тоже не боюсь, пойдем! Пацанчики, там все нормально? Фредди! Да, пойдем, Фредди! Ага, пойдем! Молодцы! Бонни, ну и тихонько оставайся! Вы че? Да я ж сам вообще еще больше боюсь! Я за всеми пойду! Ладно, попробуем зайти в эту волшебную дверь, посмотрим, погнали! Ля, где это мы? Фредди, смотри! Ля, туннель! Какой-то туннель! Вот это да! Ля, прикольно! Ага, прикольно, только он закрыт! Ладно, я попробую его сейчас открыть, ребята. Где мы очутились, это капец. Так, значит, нам нужно идти сюда, в этот туннель. Да открывайся уже! Сильнее, Фредди! Сейчас. Вот так. Открывайся уже, открывайся! Фредди, дай я его лопну! Да я и сам открою. Открывайся! Открылась, ребята! Туннель! Погнали, погнали! Вот это да! Погнали, давайте, ребята! Чё вы там? Давайте, давайте! Чё мы стоим? Куда вы делись, ребята? Вы где, ребята? Фредди, мы идём, не бойся, не бойся! Давайте, вы чё, в обход пошли? Капец! В обход пошли-то зачем? А так вернее, Фредди, на всякий случай! Фредди, всё нормально, вы здесь, не бойся! Да я и не боялся! А я боялся, поэтому мы пошли в обход! Понятно все, ладно. Теперь надо подняться на эту гору. Давайте, ребят, поднимаемся. Хорошо, Фредди, хорошо. И что теперь? А теперь, ребята, нам нужно найти лодку. Лодку, которую охраняют монстры. А потом, вторая примета. Мы поплывем и нужно найти дуло танка. Вторая примета — дуло танка? А где она, под водой? Она под водой, Фредди? Да, ребята, бабушка сказала, под водой. Дуло танка. Это дуло танка будет показывать то место, где находится седьмой кристалл. Понятно? Понятно, конечно. Конечно, понятно, Фредди. Фредди, все понятно, очень. Твоя бабушка рассказывает, все очень понятно. Ну и хорошо. Ладно, ребята, давайте спустимся. Куда тут нас завела нелегкая? Так, ребята, что-то вижу. Это же лодка! Здорово! Повезло! Лодку нашли сразу! Как здорово! Так, давайте спустимся. Ля, это кто? Это же Килли-Вилли-Милли-Тилли! Вот это да, опять монстры! Агула-магула, мы не отдадим вам лодку! Агула-магула! Мы не отдадим вам лодку! Это лодка наша! Это наш кристалл! Ребята, они знают про кристалл! Отдайте наш кристалл! Отдайте, пожалуйста, чудики! Отдайте наш кристалл! Нет! Агула-магула, он наш! Ладно, сейчас получите! Вот тебе! И ты получи! Дай, Фредди! Получи! Вот тебе, Кисси-Мисси! Вот тебе! Дайте я его лучну! Давай, Бонни, лучше всех! Вот тебе! Получи! Вот тебе! Ля! Охранники, ребята, они охраняют кристалл! Последняя надежда! Получи! Вот тебе! Это наш кристалл! Нам бабушка его посоветовала! Да! Кристалл, понятно тебе? Страшидла!
Так, молодцы, молодцы, красавчики! Урогатая морда! Урогатая морда, иди говори, Фредди! Страшила! Ну вот и лодочка, ребята! Так, все в лодочку, давайте загружаемся! Поплыли! Так, нам нужно найти дуло танка! Хорошо, Фредди, сейчас мы найдем это дуло! Давайте все залазьте! Давайте, давайте, так, Бонни! Я сижу уже! Фокси! А хорошо! А я думал ножки помыть! Да какие ножки, Чика? Я сажусь, да! Так, ребята, поплыли аккуратненько! Фредди, рацию возьми! Возьми рацию! А, хорошо, хорошо, конечно! Без рации, как вообще, как без рации-то без твоей? Да, Фредди! Я с тобой общаюсь, я ж переживаю! Так, хорошо, поплыли, вроде нормально. Сейчас я выверну. Так, вывернул. Бабушка сказала, от лодки 20 метров и ныряй, внучок. Фредди, вот-вот, знак, 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 знак. Так, хорошо. Ну, ладно, ребята. Вы готовы? Охраняйте лодку. Хорошо, Фредди, я буду за главного. Ну, ладно, так и быть. Ну, че, ребят? Ну, че, ребят? Я пошел нырять. Давай, Фредди, только недолго. Кристальчик нажал. Одна нога там, другая здесь. Ладно, хорошо, я поплыл. Фредди, дуло танка видишь? Если честно, пока не вижу. Пока... вижу! А что там? Дуло танка, как сказала бабушка. Прием, прием. Большое дуло. Огромное. Огромное дуляка. Да тут целый танк. Тут танк. А что еще? Ничего больше нету, водоросли и рыбки. Куда показывает дуло танка? Вглубь. Так плыви давай. Понял, понял, я поплыл. Хорошо, так плыву. Тут вообще какие-то развалины. Тут вообще столько всякого металлолома. Как слышишь, как слышишь? Прием, прием, прием. Нормально слышу, что ты, Бонни, что хочешь? Кристалл нашел! Кристалл! Кристалл! Да нет, пока не вижу его! Плыву пока! Фредди, ищи кристалл! Ищи кристалл! Да ищу я, смотрю, нет пока! Вон еще одно дуло танка! А что еще видишь? Так, что-то вижу! А что видишь, что видишь? Вижу какой-то ржавый грузовик! Какой-то большой ржавый грузовик вижу! И что там еще там? И что? Ничего, просто огромный ржавый грузовик. А кристалл, кристалл! Да не вижу я пока кристалла. Проверь в кузове проверь! Понял. Так, понял, сейчас проверю в кузове. Давай, давай, быстрее, быстрее! Хорошо. Так, оружие какое-то вижу. Винтовочка. Да проверь кузов, кузов, проверь! Ладно, ладно, раскричался громотей. Так, сейчас я... Какие-то ящики, вижу какие-то ящики. Но они, наверное, уже пустые. Так кузов проверь, кузов! Ладно, кузов, сейчас проверю кузов. Вроде пустой. Внутрь посмотри! Ладно уже. Что там такое? Вот это да! Что там, акула? Да какая акула? Я зачем там плаваю? А что нашел? Кристалл! Кристалл нашел, ура! Молодец, забирай кристалл! Ладно. Седьмой кристалл Атлантиды. Ребята, лайк поставьте за такую крутую находку. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, пожалуйста. Ребят, пожалуйста, поставьте кексику лайк. Ладно, забирай кристалл. Все, забрал кристалл. Молодец, возвращайся. Ладно. Хорошо. Вообще никаких чудов. Ой-ой-ой-ой-ой. Фрежа, жаба, акула, мамочка, я сейчас акула зажрет. Быстрее, Фредди! Да блин, я плыву, на помощь! На помощь, кто-нибудь, акула! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, акуляка! Быстрее, выныривай! Я сейчас в водоросли спрячусь! Ой-ой-ой-ой-ой, акула! Ой-ой-ой, где она? Где она, Фредди? Не знаю, я спрятался! Ой-ой-ой! О, нет, показалось. Я выныриваю. Где вы? Фредди, мы здесь. Давай в лодку. А, все, вижу. Куда вы поплыли? За нами акула тоже плывет. Да зачем вы вылезли?
Капец, быстрее погребли! Ой, бабочка! Она мне сейчас мои ушки откусит! Быстрее, ребята, быстрее, гребите, быстрее! Быстрее, быстрее, выходим, выходим! Ой, бабочка! Ой, Ангола, Ангола! Ой-ой-ой-ой-ой! Все живы-здоровы, успели? Да! Кого-то не хватает! Кого-то сожрала акула! Акула сожрала Фокси! Фокси сожрала акула! Вот это да! Фокси, братик! Где же Фокси? Капец! Дядь, ребят, я тут купаюсь! Капец, а он купается! Вылазь давай! Хорошо, Фредди, сейчас! Водичка теплая! Вообще, вот купатель! Вообще, купатель какой! Он перепугался за него! Погнали, ребята, давайте! У нас теперь есть 7 кристаллов Атлантиды! Дома их сложим и отправимся в путешествие! Точно! Сложим их дома, да! Ну что, ребят, если вам понравилось приключение аниматроников, как аниматроники нашли 7-й кристалл Атлантиды, завтра будет новая серия! Мы сложим 7 кристаллов Атлантиды и отправимся в путешествие за сокровищами! Ребята, поставьте лайк! Что я должен просить, а? Ребята, если понравилось, лайк, подписка и комментарий. И задание назовите 2 приметы, которые я уже сказал. А с вами был я, Гекс. Будем всем счастливым, всем пока.